Здравствуйте, уважаемые эксперты. Меня зовут Сафонова Эвелина Яковлевна, ученица 6 класса Нюрбинской средней общеобразовательной школы номер 1 имени Степана Васильева. Мы представляем работу по теме «Игрушки своими руками» по мотивам якутских сказок. Актуальность. Наша тема заключается в том, что сегодня во всех магазинах множество различных игрушек. Эти игрушки все привезные. Большинство из них несут культуру другой страны, а большинство из них изготовлено не по стандарту для игр с детьми. Проблема. В нашей республике нет свободной продажи игрушек по персонажам народных сказок Якутии. Объект исследования. Изготовление игрушек своими руками. Предмет исследования. В ходе разработки игрушек провести анкетирование путем опроса и изучить прочитанные якутские сказки. Гипотеза. В данное время ручные работы очень ценятся. Каждая работа оригинальная и качественная. А если мы создадим сказочные персонажи из сказок, то, наверное, детям понравится? Методы исследования. Первое. Анкетирование. Второе. Сбор информации. Третье. Прочитать якутские народные сказки. В ходе исследовательской работы смотрели и читали очень много интересных якутских сказок Тимофея Егоровича Сметанина. Многие произведения данного писателя вошли в учебную программу и вошли в список внеклассного чтения, поэтому нам в 5 классе сказку КРГ сдавали для внеклассного чтения. В моей исследовательской работе были поставлены следующие задачи. Готовить игрушку по популярной сказке КРГ. Я с гордостью могу сказать, что справилась с поставленной передо мной задачей. В ходе работы ознакомилась с историей возникновения мягкой игрушки и узнала очень многое. А также провели анкетирование путем опроса и были приятно удивлены, что весь без исключения любят ручные игрушки, а также читают якутские сказки. Они хотят, чтобы якутские сказки и рассказы изготовили различные игрушки для детей. Создав игрушка наша гипотеза подтвердила, что в данное время ручные работы очень ценятся, каждая работа оригинальная и качественная. И такие идеи очень нравятся всем. Спасибо за внимание.